наших родственников, которые служили в военные годы. Я горжусь, что мой дедушка служил в блокаде Ленинграда и получил очень много золотых и серебряных медалей. Я с семьей отмечаю День Победы, потому что мы должны чтить память героев, которые спасли нашу страну. 9 мая – это самый лучший праздник в нашей стране, потому что мы празднуем праздник День Победы. Праздник День Победы отмечают, когда Гитлер напал на наши войска, а они отогнали их. Точнее, без предупреждения. Я люблю 9 мая, потому что это великий праздник для нас с семьей, и мы вспоминаем всех родственников, которые погибли на войне. Я считаю, что 9 мая – это самый ценный праздник для любого россиянина, потому что именно в этот день наша страна победила, немцы сдались, и как бы я считаю, что это самый главный праздник, потому что наши деды, прадеды или у кого-то отцы отстояли свою честь, отстояли честь, скажем так, за родину, чтобы у нас было будущее. 9 мая – это праздник, который мы отмечаем в дату, когда наша страна победила в самой жестокой кровопролитной войне 20 века. И мне кажется, мы должны его отмечать, потому что мы должны помнить тех, кто выиграл в этой войне. Мы должны не забывать и делать все, чтобы такое больше никогда не повторилось.